Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз пришли фильтры для пылесоса Philips FS8738. Данные фильтры не оригинальные, пришли со всем известной китайской барахолки. Помимо черного пакета, внутри был вот данный вариант. Что находится внутри? Внутри пакета находится фильтр HEPA, не оригинальный. В таком варианте. И самой коробке непосредственно пришло, а вернее пришел второй фильтр, называемый цилиндрический, для задержания частиц между пылесборником и непосредственно мотором. Вот такой данный цилиндрический фильтр. Давайте сопоставим то, что было изначально непосредственно внутри. Пылесоса Philips FS8738. То есть сначала первый фильтр сопоставим. То есть вот он. Данные фильтры. За время вот произошло с ним такие метаморфозы. Это новый. То есть, ну, практически по конструкции они одинаковые, за исключением только одного момента. То есть ячейки 5, то здесь 3. Давайте сопоставим еще второй цилиндрический фильтр. То есть вот он. Перевернем. По размерам, то есть не оригинальный, он чуть меньше, где-то на 3 миллиметра. Так, ну а остальные размеры совпадают. Так, что из себя представляет пылесос? Сейчас давайте посмотрим. Давайте установим новые фильтры непосредственно внутрь пылесоса. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок распаковок. До следующего видео и до свидания.